Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу вкратце рассказать, как связать вот такую вот шапочку гномика, или как ее еще называют, колпачок. Я вязала ее на 4 спицах, 5 ходовая, то есть на чулочных спицах. Можно ее связать просто сплошным полотном и затем сшить, то есть такой треугольничек сшивать. Но так как я больше поклонница для деток вязать бесшовные вещи, поэтому я вам предлагаю связать без шва, тем самым делая постепенные убавления. И затем совсем, когда убавим, провяжите вот такой вот, как сказать, хвостик, и затем завяжите его на узелочек. Итак, вязала я пряжей Alize Lana Gold. Это пряжа полушерстяная, 240 метров в 100 граммах. Брала я двух цветов, голубого и фисташкового цвета. Набирала на чулочные спицы номер 5 66 петелек и провязала 5 сантиметров резинки 3 на 3. То есть чередуете 3 лицевые, 3 изнаночные, замкнув в круг. Затем провязываете 7 рядочков фисташкового. То есть я чередовала через каждые 7 рядочков цвет. Затем 7 рядочков голубенького, 7 рядов фисташкового. И провязав один ряд следующего цвета, я сделала 6 убавлений. То есть провязываете 9 лицевых, 10, 11 вместе. 9 лицевых, 10, 11 вместе. Так мы сделали 6 убавлений. Затем снова провязав 5 рядочков еще голубого цвета, или какой у вас там будет, если в полосочку, снова сделала 6 убавлений, но уже, получается, сместила последний ряд со следующим. То есть, вот смотрите, у меня начинает смещаться вот такие вот убавления. То есть, чтобы они были на равном промежутке, на равном расстоянии. И вот таких убавлений я сделала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. То есть 9 убавление я сделала, последнее, у меня осталось 12 лицевых петелек, 12 петелечек всего. И я продолжила чередовать цвета. Вот у меня получилось голубых 1, 2, 3, 4, 5, 6 чередований. И с фисташкового цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6 я закончила. 7 фисташковый цвет. Вот такая шапочка оригинальная получается. Размер ее где-то на объем головы детской, ну, 42-44 при моей плотности вязания, при моем как бы вязании. Вы для расчета правильного петелек обязательно свяжите образец из ниточек и теми спицами, которыми вы будете вязать, чтобы сделать более правильный расчетик. Я надеюсь, что вам все осталось понятно. Если что, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Ровных петелек вам! Пока-пока!